Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Управлении социального страхования республики вручили новые автомобили двум жительницам Тувы, которые получили травмы на производстве. В этом году региональным отделением был заключен контракт на поставку автомобилей марки «Лада Гранта». По сравнению с привычными нам машинами, внутри оборудованы устройством ручного управления и приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. С Полиной Рязановой в 1972 году произошел несчастный случай. Во время уборочной кампании в совхозе попала под лопасти комбайна, что привело к ампутации одной ноги. Она научилась заново ходить и самостоятельно справляться с домашней работой. Однако, несмотря на произошедшее, Полина Рязанова продолжила работать в совхозе, сейчас на заслуженном отдыхе. Ну, я уже 45 лет как без ноги. И, конечно, нам, инвалидам, трудно. Вот, ну, фонд помогает нам. Я получила протез и очень довольна. Дорогу мне оплатили, я уже получила. Ну, вот сейчас получаю машину, конечно, я очень рада. И мне это поможет мне в пути, в жизни. Потому что часто выезжаю в центр, в город. Пострадавший на производстве обеспечивается автотранспортом в рамках федерального закона. При наличии медицинских показаний, установленных медико-социальной экспертизой, а также при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. Обеспечение, значит, машина выдается на 7 лет, она выдается гражданину как собственность. И в течение этого периода также наш гражданин имеет возможность, застрахованный гражданин имеет возможность компенсировать также и расходы на горючие смазочные материалы и бензин. На сегодняшний день на учете в региональном отделении фонда состоят более 400 человек, получивших различные травмы на производстве и профессиональные заболевания. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 14 декабря, сообщается на сайте Кремля. Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента начала прием заявок на участие в пресс-конференции еще в конце ноября. О результатах аккредитации, а также о порядке прохода и работы аккредитованных представителей средств массовой информации уведомления были направлены до 8 декабря. Так, Туву на встрече с главой государства представят корреспонденты трех средств массовой информации – еженедельника «Плюс информ» Альмира Синди, телекомпанию «Тува-24» Роланда Казачакова и ГТРК «Тыва» представит Александр Кулар. В Туве открылась еще одна ледовая переправа через реку Енисей в Улухемском районе грузоподъемностью до 10 тонн. Всего на территории республики из 5 стоящих на учете ледовых переправ на данный момент допущено к эксплуатации 3. Кроме Елехемской ледовой переправы открыта Бельбейская грузоподъемностью 10 тонн и Усть-Буренская грузоподъемностью 5 тонн в Кахемском районе. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности данных переправ. Еще 2 запланированы к открытию до конца декабря. Это ледовые переправы Карахахская через реку Малый Енисей в Кызылском районе и Толжинская через Большой Енисей в Толжинском районе. Отмечается, что сроки открытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. 34 учреждения социальной сферы Тувы получили специализированный автотранспорт. Сегодня возле Дома правительства состоялось торжественное вручение ключей автобусов директорам школ и социальных организаций Тувы. Ключи от автобуса «Форд Транзит», предназначенного для перевозки инвалидов, получили Хуваксынский, Дюргенский дома-интернаты и департамент по социальной политике мэрии города Кызыла, который должен оказывать качественную социальную помощь жителям столицы. Отмечается, что на приобретение специального транспорта ушло более 7 миллионов рублей. Они оснащены поручнями и креплением для инвалидной коляски и электроподъемником с пультом управления. Также 8 машин получили районные больницы. 2 единицы транспорта укрепят материально-техническую базу Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, ключи от автобусов марки «ГАЗ» и «Форд Транзит» разной пассажирской вместимости вручены школам Агдуврака, Байтагинского, Барунхемческого, Дзунхемческого, Кахемского, Кызылского, Авюрского, Пихемского, Суткольского, Тандынского районов. Сообщается, что школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи были приобретены по федеральной программе напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Как всегда, мы особое внимание уделяем ажунным больницам. 8 из них уйдут в районы. 2 единицы транспорта останутся, как это положено.
Республиканскому центру скорой медицинской помощи и медицинных катастроф, то есть именно скорой помощи, которая обслуживает экстренные, связанные с ДТП, с другими чрезвычайными обстоятельствами вызовы. Центр скорой помощи у нас прежде всего отвечает за Кызыл. Я одну статистику только вам скажу. Допустим, наибольшее число вызовов от жителей, вот среднесуточная нагрузка на одну бригаду скорой по Кызылу составила 18 вызовов, что превышает показатель по России почти в полтора раза. Отмечается, что за последние годы Тува получила 100 школьных автобусов. Все они сегодня обеспечивают мобильность школьников, особенно сельских. При огромных расстояниях, отдаленности населенных пунктов, без этих автобусов участие в тех же творческих конкурсах, спартакиадах, да и доставке в пункты сдачи ЕГЭ были бы проблемой. Минтруд России рассчитал, во сколько обойдется федеральному бюджету отдых в санатории для льготников, сообщает издание «Российская газета». Как отмечается в проекте приказа ведомства, который опубликован для общественного обсуждения, в 2018 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, составит более 1000 рублей. Так, для инвалидов первой группы и детей-инвалидов день будет стоить более 1100 рублей. Для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, день в санатории будет оплачен из расчета более 1800 рублей. Стоимость приведена без учета районных коэффициентов. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 28 копеек, евро 69 рублей 64 копейки. Акция «В мире обоев». Новый год с новым интерьером. При покупке от 3000 рублей до 31 января вас ждет новогодний подарок. «Мир обоев. Энергетиков 3». Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд. Первый этаж. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Магазин «Оптика». Огромный выбор очков, оправ, контактных линз, антифар, а также средств по уходу за очками и линзами. Прием оптометриста. «Оптика. Смотри на мир ярче». Кочетова, 30, Дом профсоюза, 605-27. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. В Кызыле утром 9 декабря произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и двое пострадали. В 5 утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Кочетова напротив гостиницы «Мингулек» произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. По данному факту ведется проверка. По предварительным данным установлено, что мужчина 93-го года рождения, управляя автомашиной марки «Шкода Октавия», двигаясь в восточном направлении, при повороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие линии электропередач. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля, молодой человек 95-го года рождения. Еще два пассажира, девушки 97-го и 93-го года рождения, госпитализированы в Республиканскую больницу номер 1 с травмами различной степени тяжести. В прошлую субботу в Центре медицинской профилактики прошло мероприятие «Площадка здоровья», где врачи противотуберкулезного диспансера рассказали слушателям о туберкулезе, его профилактике и выявлении. Одновременно с лекциями и показом видеороликов желающие могли пройти флюорографическое обследование в передвижном пункте, который также располагался на территории Центра медпрофилактики. Врачи отмечают, что туберкулез – это не приговор, здоровый образ жизни и правильное питание являются эффективной профилактикой, а выявление на ранних стадиях и непрерывное лечение – помогают пациентам благополучно излечиться. Она не протекает, как другие заболевания. Если гриппом человек заболел, то он начал кашлять, температуру, и хочет, не хочет, он сам даже начинает лечение принимать. Да, само. А туберкулез, он протекает очень незаметно. В начальных этапах человек не знает, что он заболел, он чувствует себя здоровым абсолютно, и никаких признаков нет.
А на самом деле в организм уже, значит, процесс начался. А когда он начинает кашлять, температуре и так далее, это уже процесс, он уже немножко уже шире стал. То есть, поэтому мы просим людей ежегодно, независимо от того, болеет, не болеет, там признаки есть или нет, проходить флюорообследование взрослым каждый год. Гостиная комната – визитная карточка вашего дома. Место, где принимают друзей, собираются всей семьей. Мебельный магазин «Эртенелик» по адресу Калинина, 17, поможет вам создать современный и функциональный дизайн. Современная мебель для гостиной чаще всего представлена в виде комплектов, где каждый отдельный элемент может быть перемещен или скомбинирован с другими. Как правило, классическая мебель для гостиной – это комод и набор шкафов или стенка и журнальный столик. Эти базовые предметы помогут даже в маленьком помещении чувствовать себя комфортно. Телекомпания «Новый век» рекомендует мебельный магазин «Эртенелик» по адресу Калинина, 17, напротив глазной больницы. Буровая компания «Бурсервис» под руководством индивидуального предпринимателя Булгаковой Ольги Владимировны 25 января 2017 года объявила акцию «Пробури скважину, выиграй путевку в Таиланд на двоих». 8 декабря 2017 года акция закончилась. Пора подводить итоги. Сегодня будут разыграны ценные призы и, конечно, главный приз – путевка в Таиланд на двоих. Подробности далее. Бытовая техника, товары для дома, аксессуары для смартфонов, сладкие подарки на Новый год и даже 3 тонны угля. Подарки были самые разнообразные, но, безусловно, полезные. И, конечно, самый главный приз и приятный подарок к Новому году – путевка в Таиланд на двоих. Примечательно, что розыгрыш проводился эстафетой. Сначала ведущий определял первого победителя, доставая из кубка по 2 стикера с именем человека и наименованием его приза. А затем он и каждый последующий участник делали то же самое, определяя победителей до тех пор, пока все подарки не обрели своих владельцев. И вот наш победитель Азиана Романовна. Мы вас искренне поздравляем и желаем весело провести время в Таиланде. Мы искренне поздравляем всех, кто принял участие в акции от компании «Бурсервис» и желаем им счастливого Нового года и новых побед в 2018 году. Напомним, что компания «Бурсервис» предлагает свои услуги по всей республике. Это не только бурение скважин, но и инженерно-геологические изыскания, сваи, подключение автоматики, весь комплекс водоснабжения. «Бурсервис» – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Свою работу буровая компания «Бурсервис» под руководством индивидуального предпринимателя Булгаковой Ольги Владимировны выполняет качественно и в срок. Обращайтесь в компанию «Бурсервис» по адресу Комсомольская, 20, в городе Кызыле. Я участвовала в акции и выиграла путевку в Таиланд. Я очень рада, я не ожидала, что выиграю эту путевку на двоих. Спасибо буровой компании «Бурсервис». В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, днем небольшой снег. Ночью минус 24, минус 26 градусов, днем минус 18, минус 20.